Всем привет, с вами снова Женек, и сегодня мы будем проходить очередной инди-хоррор под названием Ваниш. Ну и давайте начинать. Так, наш главный герой. Где появились-то, ничего, даже дверь. Видимо, нас заперли, я так понимаю. Ну да ладно. Оказались мы в какой-то канализации, то ли в бункере. Но, в принципе, ничего страшного. И не в таких местах оказывались. Не, давай направо пойдем. Давай пойдем направо лучше сразу. Что же нас здесь ждет? Что-то... Бегать можно, прыгать нельзя. И сесть можно. Отлично. О, тихо. Блин. Я так понимаю, эта дверь тоже заперта. И нам ничего не остается, как только идти вперед. Давайте пробежимся. Это было слишком резко. Да, мы сразу видим по экрану, как наш главный герой чуть не навалил. Как и я, в принципе. Но... Пока ничего страшного не произошло с нами. Так что идем уверенно. Ну как уверенно? Не, давай прямо. Ладно уж, чё тут? Чё тут? Вообще что-то не пойму, что здесь надо делать. Ну идем мы. Казалось. Переиграв в хорроры, бывает, уже кажется, что кто-то сзади. Так, ладно. Так, очередная клетка. Подожди, не тут. Разве мы не тут проходили сейчас? Ну, видимо, то, что дверь закрыта, точнее, закрылась снова, значит, наверное, нет. Не знаю. Тупик. Вообще великолепно. Так, значит, мы прошли прямо, да? Тихо. Это сзади. Это сзади. Ну, начинается. Стрелка. Потому что не заметил. Погоди. Подожди. Что вообще происходит? Я здесь не проходил. Слышь? Так, мы взяли какую-то страничку. Я что-то там думаю, ну, с моим английским мы это уж точно не прочитаем. Блин. О-о-о-о-о-о! Валим, блядь! Охуеть! У-ху-ху! Что это было? Тихо. Тихо. Ну там же кто-то был. Не, подожди, ну а куда нам идти-то? Что за херня? Паника, паника. Опа. Опа. И чё? Не, и чё? И чё дальше? Можно сказать, вообще нас загнали в угол.
То, что, по всей видимости, там кто-то есть. Довольно неприятные звуки. Не, ну там же кто-то был, ну. Так, здесь вроде сейчас ничего не изменилось, да? Ну, мы взяли страничку. В любом тут какая-то подсказка. Чё-то, ну, не знаю. Будем проходить на бум. Подожди, да ладно. Да быть не может. Слышь, короче. Может, тут написано вот как раз про то, что что-то тут меняется само по себе, не знаю, честно. Не, ну это вообще уже что за приколы-то? Куда мне идти? И куда мне идти? Что такое тихо? Тихо, тихо, парень. Блять, меня больше эта камера пугает. Ну ничего же нету, успокойся, все нормально. Все нормально. Все. Она есть лучше, чем может показаться на первый взгляд. Нет, это спереди. Это спереди. О-о-о-о-о! Да что? О! Опа! Блядь, да что происходит? Там справа... Давай направо. Охренеть. Ну охренеть. Ну нет. Не, вот... Привет. Кто это? Не, слышь? Ой, блядь! Ебать! Охуеть! Демон! Беги! Беги! Тихо-тихо-тихо, пролазишь. Конечно, вообще не понял, что это было за существо. Ну то, что в таком месте просто несясь на нас, ничего хорошего от него ждать не приходится. И к тому же это хор. Пойдем примитивной логикой. Приплыли. Но оно же там. Так, слышь? Давай ты откроешься. Не надо закрывать все. Ой, ёпта. Да блин. Охренеть можно. Да что вообще, может, он наркоман какой-нибудь? Я не знаю, ну так шторить. Так, вот мы здесь появились. Окей. Там это существо. Оно явно там. Нет.
я понял. Ведь я не могу так. Ужастики. Вообще есть выход? Я не знаю, бесконечно ходить или пока тебя не убью. Вот мы взяли какую-то записочку. О-о-о! Не-не-не! Нет! Беги! Прибежал, да? Нет. Давай, короче, поменяйся там все. Я думаю, можно идти. Как вы думаете, там что-нибудь изменилось? Да нет! Да ну нахер! Подсказанька какая-то, ну я не знаю, ну по-любому. Ёпарасоте. Вот это мы влипли. Вообще встряли. Не, я все же склоняюсь к мысли, то, что наш главный герой наркоман, который обдолбился и упал в люк. И то, что нас сейчас схуярит. Ёптынть. Охренеть. Охренеть. Опа. Так, 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 мы что-то нашли. Что это такое? Ну и чё? Ну нажимаю F. Мы нашли что-то светящееся. Я не думаю, конечно, что нам это так поможет сильно. По всей видимости, генератор какой-то. Не знаю. Давай пойдем. Теперь понятно, зачем мы это нашли. Теперь мне стало все ясно. Мы на правильном пути. Нет. Блядь, нет! Ну нет! Нет! Просто свернули шею. Подонки. Нас утаскивают. А только все начало налаживаться. Ну ладно, я не думаю то, что стоит проходить эту игру еще раз. Пробовать. Может, для себя я, конечно, еще пару разов заходов точнее сделаю. Ну, а обзор на эту игру на этом заканчивается. Всем спасибо за просмотр. Всего доброго, с вами был Женек. Счастливо. До новых встреч.